Одной из ключевых отраслей экономики региона по праву можно назвать машиностроение. В этой отрасли в нашем регионе трудятся десятки тысяч тверичан. И в последнее воскресенье сентября традиционно в России чествуют работников этой сферы. В преддверии профессионального праздника в Твери прошло торжественное мероприятие, где поздравили работников отрасли. Подробности у Натальи Чекет. Для Тверской области машиностроение – традиционно базовая отрасль экономики. А предприятия этого комплекса занимают лидирующее место в промышленном производстве. На территории региона расположены крупные производственные площадки. Тверской регион является одним из базовых регионов для группы компаний КСК. В целом мы работаем в 8 регионах, но в Тверском регионе мы реализовали, наверное, один из самых масштабных наших проектов. Это промтехнопарк КСК. На базе которого сейчас собрано производство различных видов комплектующих для предприятий железнодорожного машиностроения. Ряд предприятий Тверской области реализуют проекты в сфере импортозамещения. К примеру, Герц Технологи. Они создают проект по модернизации парка производственного оборудования для промышленного выпуска роторно-управляемых систем. Закончили корпус основной, где размещается наше оборудование. Сейчас заканчиваем офисную часть. Дальше будем заниматься благоустройством территории. Сегодня машиностроительный комплекс Тверской области является одной из самых перспективных и быстро развивающихся отраслей промышленности. В структуру комплекса входит транспортное и автомобильное машиностроение, производство строительной, дорожной техники и оборудование для добычи полезных ископаемых, коммунальной и сельскохозяйственной техники, станков и оборудования, радиоэлектроники и электрооборудования. Мы находимся в таком периоде, когда в следующие года вот наша индустрия, промышленность, особенно машиностроение, должны стать самыми такими востребованными отраслями. Ну а вам хочу пожелать удачи, успехов и действительно пусть постоянно будут новые проекты, новые технологии, новые продукты. Передовым представителям машиностроительной отрасли Тверской области вручили региональные награды. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие машиностроения благодарность губернатора получила Александра Остапенко. Женщина более 20 лет занимает должность финансового директора в компании «Спецприцеп». Награды получать всегда радостно, невзирая на ситуацию, на все наше предприятие развивается, люди к нам идут, радеем за Россию, радеем за качество нашей продукции, стремимся вперед-вперед. Машиностроительный комплекс Верхневолжья – это более 70 высокотехнологичных предприятий, на которых трудится более 17 тысяч профессионалов своего дела.